лету правительство рискует оказаться без средств для выплаты зарплат бюджетникам и пенсий. С таким заявлением выступил премьер Ион Кику в парламенте, пытаясь убедить депутатов проголосовать за ратификацию соглашения с Россией о кредите на 200 миллионов евро. Займ нужен для финансирования бюджетных нужд Молдовы. Без него в мае, самое позднее в июне, мы не сможем выплачивать зарплаты, в том числе врачам, о которых должны были позаботиться до сих пор. А сейчас это один из приоритетов. Экономические эксперты разделились во мнениях. Я считаю, что слова премьера о невозможности выплачивать пенсии и зарплаты преувеличены. На это выделяется почти половина национального публичного бюджета. Даже несмотря на снижение вдвое налоговых поступлений из-за сложившейся ситуации, возможности для выплат есть. Российский кредит предназначен для инвестиционных проектов в инфраструктуру. Он не предоставляется для выплаты зарплаты и пенсий. Что произойдет, если у правительства не будет денег и займов, придется повышать налоги? Для предпринимателей, которые так оказались в чрезвычайно трудном положении, это смерти подобно, а не выплата зарплаты, удар по населению страны. Так что лучшее решение – брать кредиты. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, больно ударил по молдавской экономике. На смягчение последствий вызванного пандемией кризиса Евросоюз предоставил Молдове 100 миллионов евро, а Международный валютный фонд – 235 миллионов долларов. Кроме этого, депутаты-социалисты и демократы проголосовали за получение займа в размере 200 миллионов евро от Российской Федерации.